Друзья мои, ну вот первое утро на Рыбинке. Все, выгрузил собаку, переночевал. Все, еду на одну из точек. Забил навигатор. Все, там коряжник. Ну там ребята, наверное, плоту ловят. Но с плотвы не будем начинать, будем упираться, естественно, в хищника. Поедем к коряжнику. Там недавно был какой-то окушок, да? Дали егерь. На базе дали эти координаты. Все, едем туда. По месту включусь. Ребят, выезжаем из Волги. Вот там Рыбинка. Вот они просторы. Ехать еще 5 километров.
Так, первое препятствие. Так, кстати, вот чем не стоила дорожка-то. Вот так вот съела у меня, блин. Лежала она вроде и на мягком месте. Но я имею в виду дорога на автомобиле. Так, ну сейчас переедем. Торос такой. Ну, не такой большой. Были торосики побольше. Ребята тут как раз, в принципе, нормально. Значит, место какое-то относительно ходовое. Ну, морозик я, конечно, не посмотрел, сколько мороз сегодня. Но мороз нормальный, как бы. Так, ну сейчас-то, наверное, все промерзло. Вода есть, конечно. Вода есть, по воде-то тоже часто ездить не очень хочется. Ну, тут нормально, проедем. Тут проедем. Тут проедем. Вон там, да. Так. Друзья, говорю, приехали, ну, на координаты, которые мне дали на базе, да, по окуню коряжник. Ну, естественно, там стоят снегоходы. Как бы, ну, к ним не поедем. Тут вот тоже какие-то лунки есть. Что, сейчас все достаем. Блесны, эхолоты. Ну, много не буду, наверное, доставать. Посмотрим. Все, такая красота. Вот там основная рыбинка. Оттуда вот приехали, остров Волги, да. Блин, погода вещь. Ну все, ребят, ловим. Так, ребят, ну что, пока вот так вот. Чего, марапетка 48-я 120, торпедка 43-я широкая, ну и судаковая 55-ка на поводке, но не стал снимать. Так, ну чего, ну к ребятам близко, естественно, пока не пойду. Ну так, буду, вон они лунки. Вон, кстати, лунок-то, видите сколько? Вот они рядом. Ну и тут, естественно, это не, ну, не я не сверлил. Глубина, короче, ну 4 с небольшим датчик чуть спустил, да? Что-то подо льдом такое стоит. Ну все, будем пробовать. Первый спуск марапетки в Рыбинское водохранилище. Глубина, в принципе, для нее нормальная. Ну что, блесны крупные есть. Посмотрим. Ну как крупные, блин. 60-я марапетка есть. Так. Сейчас блесну увидим. Будем, наверное, все-таки ловить, как всегда, в толще. Так, ребята, какая-то рыба идет. Это ж рыба. Да, рыба сразу встала, ребята, у блесны. Я не знаю, какая. Давай, рыбка, клюй. Ну, рыба. Это уже радует. Так, надо, наверное, КД глубоковато. Глубина заплавала, у датчика начала рыба тусоваться. Либо дно. Так, ну вот рыба идет, ребят. Идет блесне. Рыба есть. Не знаю, кто. Может, конечно, плотва какая-нибудь. Клевать пока не хочет. Ну, рыба не крупная, как бы. Вообще сказали, на блесна не клюет здесь. Сказали, надо на балансир. Надо на балансир. Ох. Но мы, естественно, на балансир особо не будем, уж в крайнем случае. Вот, ребят, рыбка идет, высоко поднял, идет рыбка. Ну, в той же лунке все сижу. Мне показалось, толчок какой-то был незначительный. Но рыба не одна. Но рыба не крупная, конечно, я не знаю.
Вот одна стоит у блесны, другая спустилась. Ну, по поведению, возможно, я окунюк, конечно. Но вот что-то не поймать пока. Либо маленький, ну, либо плотва. Большую-то, наверное, блесну смысла нет сейчас Судакова сюда заряжать, потому что рыба-то не... О, рыба не крупная. Вот сейчас посмотрим, что за рыба. А, ребят, вот такая рыба. Рыба не крупная, как бы, понятно. Все. Вопросов нет. Разобрались. Все, идем дальше. Так, ребят, переехал поближе все-таки к точкам. Вот на второй лунке какой-то подход. Но все слилось. Не знаю. Оба. Все слилось. Блин, зацепился за лед. Да, везде, короче, ерши атакуют. Блин, горелая. Это плохо. Увесистые ерши. Но не окунь. Рыба это, конечно, хорошо. Но хотелось бы, конечно, не ершей. Но так главное, они видно стаи, что ли, подошли, блин. Блин, горелый. Ну-то, ребят, я не знаю, ерши как окуни, блин. Что с ними делать, блин, в червях все. Вот такие дороли, блин. Я думал, покрупнее просто, такое сопротивление что-то пошло. Так, ну, не знаю, что делать. Что делать. Это леска, кстати, чья-то лежит. Оборванная, блин, интересно. Что за ерунда с такой тонкой леской, главное. Но тут у меня 0,2. Короче, на вторую окуневую я поставил новую 0,245, флюрик. Ну и, естественно, на этом у меня под 0,3 стоит, на типа судаковой. Ну, тут, короче, полно ершей, ребят. Я думаю, какого-то опарыша подсолить. Можно их тут, блин, сотнями ловить. Ну, будем, что, двигаться, только я не знаю, куда. Но вот к тем лункам. Я смотрю, вот с этих лунок человек шел вот туда как раз. Поэтому, я думаю, просверлюсь вот туда, наверное, поближе. Место он отмеченное. Что, ершей ловить? Что, сверлюсь? Так, ну, посмотрим лед сейчас. Да, первая так-то своя лунка. Ну, побольше. Побольше, чем не сделано. Да, не зря я сотку взял. Но не такой большой. Чуть больше этого. Шумеха. Так, ребята, тут резко вот перешел от собаки. То есть там где-то 4, да? Ну, чуть-чуть плавает она там незначительно. А тут-то вот уже 3. Можно переключить на 3. То есть понятно, либо здесь, ну, сплошной коряжник, либо здесь, ну, бро, имеется в виду, это пупок какой-то. Так, и рыба какая-то. Ну там сплошные ерши, короче, не стал снимать. Одни ерши там, короче. Главное, в корягах не цепляться, если это коряги реальные. А, ну да, ребят, это походу коряжник, потому что блесны не видно там. Коряги просто. То есть это не дно, тут дно, скорее всего, такое же, просто коряги. Решил все-таки поближе, потому что, ну, место, блин, сейчас будет занимать, надо тут сверлиться. А коряги, да, вот коряги именно здесь, там их не было. Камеру бы, да, конечно, здесь. Камеру пока не сделали. Ну вот, мужики говорят, нифига. Ну, не клюет. Ну, понятно, что рыба тут есть, если ее ловили, она тут с этого коряжника особо никогда не уходит. Просто надо ловить. Сегодня все-таки упираемся, наверное, ну, вот здесь, в этот коряжник. Посмотрим, что здесь. Ну, если совсем плохо, естественно, будем ездить куда-то. Но тут, конечно, на таких просторах уже надо думать. Есть еще одно судаковое в Волге там.
бровку одну дали, но сказали, судака там особо нет, ну, возможно. Наверное, поедем либо на вечер туда, единственное, как в другую сторону, да, либо завтра. Но вообще, да, наверное, упремся здесь, в этот коряжник сегодня. Рыба как бы нам нужна только, да, ради поклевок. Рыбу я вообще не знаю, соль, конечно, взял, блин, рыбу, наверное, будем отпускать первые два дня. Ну, посмотрим, что вообще за рыба, если будем ловить. Ершей уж точно брать не будем. Ну все, в общем, ловим. Как... Походу, встал на его место. Ну, специально так и встал. Подтягивается, подтягивается. Ну, короче, да, вот в той лунке только я увидел вот этот коряжник и все, где этот стоит. Здесь пока как бы, ну вот, 4 эти метра есть, так и все. Да, ну да. Тут, возможно, рыба-то как-то локально стоит в этом коряжнике, поэтому как бы надо думать. Понятно, возможно, ее тут уже подвыловили, там, не знаю, не подвыловили. Ну все, вот инфу узнали. Ловили тут окушка. Получается, там вот фарватер 10 метров, а здесь как бы, ну, имеется в виду коряжники, бровки. Ну, было-то на 700 у Игоря. Снимать как бы не стал. Один, говорит, тычок был. Поэтому, говорит, все ловим, ищем. Там вон ребята что-то собрались тоже. Погода класс. Надо, да, может тогда и туда двинуться. Сейчас посмотрим. В общем, окунь тут был. Про судака говорит, как бы особо не запаривайся, не доехать до него. Это, конечно, плохо. Ну ладно. Я, кстати, там начинал, да? Грубо говоря. Ну тогда будем искать, что тут не будем особо, да. Сейчас сотку, наверное, разобрать тоже, блин. Доловить. Но тут еще половлю сейчас. Понять, блин, насадил опарыша, я тут их мрак думал, мало ли окуни, блин. Окуней тут нет, блин, одни ерши. Я чувствую, поддеваю постоянно, блин. Дна не видно из-за их количества, блин. Думал, мало ли тут какой-нибудь еще окунь стоит, плохо берет. Видно, мелкие не попадают, те покрупнее были, на блесного обычно попадают. Тут им видно, что-то надо другое. Ну понятно, да, вот одного опарыша, блядь, на марапетку и все, блядь. Лови их тут, блядь, не перелови, блядь. А окунь что-то ни у кого не клюет, блин. Не знаю, что делать. Так-то утро, блин. Куда двигаться, не знаю. Второго места у меня нет. По окуню не дали. Уже сам. Так, переезжаю. Рыба не клюет.
Да, недалеко я от них уехал, блин, горелый. Блин, горелый, блин, горелый. Те же ерши. Дубасят прямо здесь. Ого, это, кстати, может этот, может и окушок маленький. Сейчас посмотрим, этот нормально взял, кстати. О, ребята, окунь, ёпарасы ты, прикиньте. С ершом, с этим. Первый окунь. Я, интересно, единственного его поймал. Походу. Это уже, я понял, что это не ершиная поклевка. Этот уже как-то так подбил малеха. Да хорошо. Какая-то рыба уже хоть. Так, ну мы его брать не будем, естественно. Че, отпустим? Вот он, рыбинский окунь. Первый. Первый наш рыбинский окунь. Дадим ему жизнь, блин. Отдадим, вернее. Не заберем, вернее. Вот так вот. Ну и все, как бы, блин. Выхолочь-то больше особо ничего не видно. Ну. Да, и он не 300, и не 700 грамм. Ладно, будем место экономить. У меня всего 3 флешки по 150 гигов. На 3 дня неизвестно, хватит, не хватит. Ну, хотя буду вечером в камере удалять. Просто, наверное, ненужное так-то. Но если что, последнюю уж на Full HD включу, что делать. Так, ну тут посверимся. Я, кстати, сказал сотку. Папа сказал, поставь на сотку новые ножи, как бы искать полегче. Ну, искать, естественно, полегче. Лед тут потолще, блин. Бурится 2-3 лунки, блин, в момент. Только жарко, блин. Совсем солнышко начало греть, хотя еще утром, блин. Так, ладно, засниму, как соткой бурится. Оставь внимание, Маш. Ну и все, хотя лед не тоненький. Тут вообще что-то толстый. Люди ездят. От снегохода особо никто не отходит. Ну что, я вот там лунок пробежал кучу. Где ерши подходят, там видно. Где коряга, там не видно, что там пониже. Где потом дальше поливы чистые за корягами, там никто не подходит. В общем, все. Ох, жара, ребят, блин. Надо раздеваться уже, блин. Просто раздеваться. Чувствую, я загорю, блин. Я что-то не помню, чтобы сегодня солнце обещали. Воскресенье помню. Поменялось что-то. Лучше бы тучки, а то тут, блин, как рак сваришься. Ну что, по итогу, блин, штук, наверное, 7 ершей, один окунь. Ребята ездят, как бы, видно, ничего не клюет. А там еще тут толпа стоит, но как бы большая часть сидит, хотя и стоят там они. Думаю, наверное, как-то между, но походу тут какая-то сетка вот еще есть. Ну да, вот, возможно... Через сетку и туда. Думал, блин, окунь, ёпарасы ты, подделывал снизу, блин. Это, блин, уже как окунь круглый, блин. Вот черт его знает, конечно. Они тут могут, блин, в принципе, окуни рядом стоять. Просто тут начинается, когда их начинаешь ловить, тут все черное до блесны, блин. Слабо понятно, блин, это нормальная рыба, блин, десяток ершей, но вон он опять идет, блин.
Или может и Акушев, блин, среди них быть. Кто-то черт их знает. Как бы их как бы тоже надо, ну, посмотреть, что это за рыба. Люди как бы, ну вот я не знаю, видят они их в эхолот, не видят, блин, в плане того, что понимают они, что это не окуни. Вот это окунь, например, вот он. Понятно, да? То есть тут рыба-то разная может быть. Я не знаю, на что они там ловят, может на эти там. На балансир семерку, блин. Балансир семерку, блин. Мы-то любую рыбу на марапетку можем поймать. Даже на 48-ю. Если не любую, то подсадим вот опарыша и поймаем любую. Ну вот, стоят, болтают, ничего не ловят, короче. Игорь-то вот нормально с кем вот поговорил, вот он дальше едет, он хоть ищет. Но ищет туда-сюда, проехал, блин. Я про него и как бы у него информацию и узнавал. То есть он локально в этом коряжнике стоит, либо двигается. Он сказал, ну, двигается. То есть надо искать, он может там быть, может здесь. Поэтому, как бы, естественно, будем двигаться. Вопрос только куда. Там вот, там, короче, получается фарватер. Бакин он там вдалеке, но, наверное, на камеру не видно. Там вот где-то метров 200 сетка, и дальше вот ребята там ловят. Эти, которые приехали от Тароса, начали до нас вот доехали. Ну, мы, естественно, тоже двигаемся все время. Как бы, вот такие пироги, ребят. Ну, ловим, что, рыба уже есть, уже как бы... Второй десяток, не того, что хотелось, конечно, не за этой рыбой мы сюда ехали. Но походу придется ловить ее, по крайней мере, сегодня. Завтра поедем туда, наверное, в Волгу, на другую сторону, там вот, где дали бровку Судакову, и посмотрим там. Ребятам чувствуется, тоже те же точки дали. Все у одной банки, короче. Класс вообще. Вообще класс. Рыбинское водохранилище, блин, и все приезжают на одну точку. Вообще самолет. Может, в центру махнуть? Не, ну в любом случае надо что-то искать. Тут тоже так сидеть, блин. Ершей давить. С нанавокунями, блин, не хочется. Ну вот, с гидом приехал на коряжник. Так, ребят, ну вот двинулся к сетке. И тут, походу, коряги сплошные. То есть я блесну опустил, все, сразу в коряжник, блин. То есть он сразу прям здесь вот. Не знаю, надо спускать как-то аккуратненько. То есть то, что там они, тот коряжник, как бы, это тоже коряжник. Наверное, сейчас я еще не очень понял. Так, ну да, ребят, в этой лунке зацепился. Так, отцеп 60 грамм. Надеюсь, достанем нашу марапетку. Да, и надо, наверное, просто в сторонку. Я надеюсь, просто это не сетки тут никакие. Блин, это сетка, ребят. Я чувствую, да, это не коряга, блин. И отцепить-то ее только с тройником получается можно, да? Так, ребят, ну вот, блин, посерьезней достал этот отцеп. Поставил туда новый гамакатсу. Не знаю, выдержит отцеп, не выдержит. Но это, блин, это пипец тут, короче. Мне бы хоть блесну бы спасти, блин. Ну, я так могу сейчас и отцеп, конечно, оставить. Это тут что-то серьезное, блин. Но это как бы, это, наверное, не сетка, это, скорее всего, фал от сетки. Блин, возможно, надо было мне это. Ну ладно, что, рву, что делать, рвем.
По чуть-чуть идет вроде. Просто я, ну, имеется в виду. Тяжелое что-то, блин. Может и коряга, в принципе. У меня мощная-то там еще была, это, блин, просто я боюсь, что у меня эта проволока там вот идет, ребят. Блин, как только с такой штуки снять эту, я не понимаю. Если я ее достану, как ее снимать, блин? Что-то тащу, блин. Либо якорь какой-то, блин. Либо что там, я не знаю. Отдай блесну, блин. Так, ну, ребят, натащил вроде. Надо, конечно, чистить. Ну, блесна все там. Блин, мне через такой лед-то, конечно, это дело, блин, я не знаю, что-то с ним делать. Что-то я тащу, естественно. А что, я не очень понимаю. И сейчас, когда я его отпущу, оно, естественно, отпустится. Жопа какая-то, если честно. Чего лунка, ничего не вижу. Вода перемутилась вся. Ну да, воняет чем-то, блин, понятно, что тут, блин. Как ее, блин, что тут я затащу, блядь, лунку, я не понимаю, блин. Блин, блесну бы как-нибудь достать, так и отцеп теперь, блин. Тройник 80, блесна, блядь, и отцеп, ёпта. Тройник бы только не укрепить в руку, блин. Так, ну, отцеп это у меня рядом. Я не вижу, где там моя леска. Где леска-то? Я леску уже, наверное, порвал при таких раскладах. Так, ну это, короче, была сетка. Тройник я разогнул, ну а, блин, блесна осталась там. Так, ну марапедок я сделал, только что не сделал. Не сделал. Точно такие же. Ладно. Ничего страшного, наверное. Блесен нам в любом случае хватит. Ну, обидно, конечно, что вот такая фигня. Я не понял, сетка, главное, дальше. Я не понял, как она так заведена. Это либо, ну, скорее всего, это на дне старая лежит. Какая-то. Ну, поглядите, что там творится. Все просто давят там, кудей. Ладно. Ну, а теперь начинают эти разъезжаться, попробовали. Ну, прикольная, короче, рыбалка. Так, ребят, блин, не понял, снял, не снял. Переехал от этой сетки, где оборвал марапетку. И вот такого, в принципе, нормального, да? Сразу взял. И, короче, здесь малек. Вот малек стоит. То есть сразу приехал, сразу он поднялся. И полоса, кстати, небольшая, нормально так забрал. Так, я что-то не понял, снял я, не снял. Походу, не снял, да? Сразу он подошел. Малек, кстати, убежал. То есть рыба клюет. Если рыба есть, она клюет. Тут помельче уже, где-то 2,60, наверное. Ну, вот нормально, хоть какая-то рыбка. Мужики тут, да, тоже что-то делают, ловят. Ну, одиночный был, то есть я увидел, как он подходил. Стоял у блесны, нормально я стал менять горизонт повыше от него уходить, он сразу забрал. Больше пока рыбы не вижу. То есть один. Рыбинских стай тут никаких пока нет. И малек смотался, посмотрите. То есть либо он окунем этим распугался, либо что-то еще. Ну ладно, буду сверлиться, как что сниму. Так, ну отпустим его, ребят. Что, рыбы немного, да и куда? Сейчас солить ее, блин. Пусть живет. Солить, не солить. Все-таки первый день. Еще два.
будет нормально, так можно будет взять засолить, а так, ну что-то по одному это не рыба, там походу не знаю, эти вроде стоят на двух подушках, там, наверное, на жерлице не ловят. Блин, ребят, переехал, на сороковку сразу поймал, за ребят тут. Смотрю, подошел, блин, надо было, может, точно искать. Но я увидел, что один он поймал одного, как бы. Как бы поймал, да. Решил заехать за них. Приехал, что сразу, блин, как и там. Что дальше будет, я не знаю, посмотрим. Егерь сказал, на блесну тут не берет. Что мне, конечно, показалось очень странным. Ну, он, может, имел в виду на те блесна, которые привозит кто-то. Ой. Типа на балансир только. Но рыбы немного. Было бы тут рыбы много, она брала. Вот малек с того места куда-то смотался. То есть приехал, я там был малек, сразу окуня поймал, все, больше окуня я там не видел. Малька рядом нет, блин. Возможно, двигается, блин. Вот, блин, смотрите, тоже один, короче. Один сразу и все. У мужичка там сколько-то поймано на одной лунке. Даже на второй. Смотри, не здрасте, не до свидания, прям к ним в них стали. Вот это я понимаю, прям вот в них. С теткой, муж с женой. Вот это я понимаю. Парни ловят, ну один вернее из них ловит. Приехали прям вот в упор. Даже боже еще не разбирали. Да, он неправильно делает, что рыбу. Ну вот сколько-то вот поймал, с одной лунки, наверное, 4-5 штучек поймал. И он рыбу, короче, оставляет на льду, она прыгает. Это, конечно, для местных как-то крутовато. Вот, он поезжает прямо на рыбу. Посмотрите, один приехал, на него встал, и второй. То есть, как бы это рыбинка, блин. Понятно, я не думаю, что тут, ну, хотя у них обозначен один квадрат, не знаю для чего. Возможно, окунь, конечно, только здесь, но не только здесь. Ну, это вообще прикольно, парни. Прикиньте, это сегодня пятница, что будет завтра? Продолжение банкета. Прикольно, да? Ребят, вообще кайф. Реалии современной рыбалки. Ну, ребят, небо-то там какое красивое. Наверное, небо везде, посмотрите, какой. Какая красота-то, блин, ничего себе. Такой вот, блин, вид. Ну вот они драли, блин. Говорю тут, блин. За самый край цепляется. Ерши эти. Мамка. Это мамка. Давай, плыви, рожай их ты, ершей, блин. Да, ребят, что-то как-то, блин, интересно. Короче, выдрачиваю тут какую-то мелочь, не пойму, просто это, походу, ну, не ерши, наверное, маленькие плотички, что ли. Поклевки такие, тык-тык, я просто думал, мало ли, не, наверное, ерши все-таки. Ну да, ерши. Поставил сауку, блин.
Блин, непонятно. Они, блин, тоже как бы это, блин. Может, окуни не клюют. Тоже сомневаешься, блин. Как бы, блин. Блин, прошел уже прилично, лунок набурил. Я не знаю, куда-то надо ехать, блин. Либо, может, окуни, конечно, и клевать перестали. Я, конечно, их особо тут и не видел, никаких окуней. У ребят там в центре какое-то местечко неплохое. Но я, естественно, к ним, блин, не пойду. Ну и то, говорю, ловит один, блин. У меня вот там у собаки один клюнул. Все, больше подходов я не видел, имеется в виду таких вот окуневых. У коня все-таки видно, я уже отличаю. То есть он уже как бы так. Уже какое-то движение, блин, но имеется в виду, он либо так видно. А тут вот единственное по размерам. Вот тут тоже, блин, вот ерши встали вот сплошным этим, блин. И вот что с ними делать, неизвестно. Есть тут окунь среди них? Окунь, по идее, возьмет. Ну, короче, ребят, что-то тут вообще кисло. Где рыбинская рыба? Ну, мне как бы так сразу и сказали, что тут, блин, кисло у нас. Я-то думал, тут все-таки какая-то рыбка-то есть. Волга, блин, рыбинка. Возможно, все-таки, может, и к рекам надо было ехать, к этим, которые реально текут без всяких плотин. Но Волга тоже течет. Понятно, это опять очередная сетка. Как-то у них странно, они хоть сетки кто хочет, что ли, ставят, блин. Никаких обозначений толком, ничего, блин. Старые вот валяются, блин. Тоже, кстати, такой, блин. Залив, залив, блин. Так, вот, ребят, собрал систему. Хочу подогреть чайку, и у меня там термос уже остыл, вчера же он у меня был заварен. Но теплый он еще, просто там заварки много, хочу разбавить чуть-чуть тепленьким чайком. Водичку взял с собой. В общем, так, такая вот система. Все, пусть кипит на солнышке. Ох, красота, ребят, зато, блин, на этом, зато на льду, блин. Не на Ладоге, ну на Ладоге еще может быть мороз там, да, на подушке, ну блин. Ельмень уже все, лесные озера только что. Ну блин, на рыбинке побывать тоже хорошо. Будем искать, все-таки время есть. Так, ну вот поставил, сразу закипело. Вот, все, чаек наш. Все-таки надо, да, прикрывать, ребят. Так, закипало, но никак не могло закипеть. Вот поставил на одну секунду эту штуку. И все сразу закипело. Все, обед. Горячим чайком. Не понял, кто-то подошел к блесне. Клевать не хочет. Ёж, наверное, опять. Ай, ёкарный ты бабай. Где окуни-то, ребята? Если перша не поймали, еще б не ясно было, что там. Может, блин, килограммовый окунь. Все черное, блин. Ну, верши хорошо, это чистая вода, значит. Опа! Прям задавил, смотрите. Ну, окунь, я говорю.
Это, блин, окуневая поклевка, окуневая. Ну давай ты, друг, чего? Плыви, блин. Блин, у меня там каша такая, на него плыл нормально. Ну так окунишка клюнул. То есть у него хоть такая поклевка, блин. Перемешку с ешами, значит, стоят. Может, и побольше здесь где-нибудь окушок. Да, вот таких-то, конечно, окуней мы, наверное, уже, блин, штук 500 поймали на лесных озерах, блин. Причем гораздо поближе к дому. Ребят, видали, вода уходила. Ну, понятно, таяло, это сегодня мороз. Так-то такая, да, серьезная промоина, блин. Если так идти в ночи, блин, не заметить, можно и нырнуть. Видео. Ну, такой неплохой кушарик. Ну, вот такой рыбинский окунек. Так, развернешься. Блин, не развернется, не развернулся, не судак. Хотя, по-моему, не развернулся. Я вроде, блин, развернулся. Да уй. Не, не развернулся, гад. Никак ему. Сотка все-таки. Вот так вот. Взял нормально, блин, на подъем так. Короче, 48-я сейчас ловлю новая. Пост 60. Нет, что написано? Да, пост 61. То есть не облегченное там ничего. Сделал, короче, разных, но основную там обсетку оборвал. То есть, короче, точно такое у меня теперь нет. У меня есть другие. Все-таки, блин, времени особо себе и блесен напаять нет. Взял хорошо, блин. Тут все-таки рыба у ребят есть поближе. Там вот сколько проходил, блин. Окунь, мелочь, блин, ерши. Тут как-то подошел. Ребята, походу, домой собираются. Ну, а я как раз половлю место, это отмечу, посмотрю, что будет вечером. Если как бы, ну, все нормально. Приеду. Не все нормально, не приеду. Да, ребята, тут коряжник сейчас за корягу зацепил. Тут, походу, они все в коряжниках ловят этого окуня. И, блин, одна лунка может работать, вторая уже не работать. Поэтому тут как бы все локально. Какой-то небольшой подошел. Оба, зацепилась леска. Маленький гад, блин. Либо ерш вообще. Да, ерш, ершик, наверное. Не, окушок небольшой, говорю, небольшой. Блин, ну тут и есть у них рыба, видите? То есть как-то локально все-таки тут рыбка-то. Сколько я туда, туда. Там какой-то мелочи, там какого-то окушка одного. Ну, блин. А тут, в принципе, уже, да, то есть... Ну, мелкие только что. Ну, там вот у собаки получается неплохого. Там какая-то коряжка, да? Ну, рядом нифига. То есть, блин, пусто. Но я потом еще туда вернусь. То есть, ну... Не стада их тут, блин. А? Да, мелкие клюют. Ну так, в час по чайной ложке. Точно здесь, блин. У вас чего? Ничего, утром поймали по 3-4 окуня вот здесь. Где-то. Ну, я это был первый раз. Вначале меня он на тот коряжник я с Big Fish'а послал. Mm-hmm. Там что-то все, ну, местные были. Половили мы, половили. Я поговорил, говорит, не клюет сегодня. Я потом там пару штук и здесь вот где-то. А потом смотрю, мужик вот тут-то ловит. Mm-hmm. Один. Я туда, блин. Там как-то один клюнул, все, блин. И ерши. Я, короче, ерши на это вообще... на блесну, блин, ерши штук 30, наверное, поймал, да, блин. Да. Они понятно, потому что я же их ухолот, они идут в стаи. Тут приехал, вот у собаки одного поймал. Вот у стула, блин, трех. Ну, маленьких совсем. У собаки нормально. Здесь вот что-то вроде их шевелится, но непонятно.
Ну, короче, как-то тоскливо, ладно, хоть на 3 дня. Вы-то не знаете, что тут по судаку-то вообще ничего? Слушай, завтра за судаком поеду. Парни сейчас сидят, говорит. Ну, а куда ехать-то? Далеко надо, да? На собаке мне до туда не доехать. На машине только ехать. От Милюшина 15 километров. Отсюда 32 вроде. Ну, 32-то ничего. Там мне сказали 51 ближайший. О, Бабинские острова 51. А тут-то, тут в этой Волге ничего слушай, хорошего, он, да? Здесь нет, он бывает, проворачивается когда-то чего-то, вот, ну, идет бель, идет лещ, и бывает. Ну-ну-ну. Да, а сейчас вот такого нету, да, хода? Еще типа рано? Я-то приехал, у меня уже 2 недели назад на своем озере льда уже все. На Ладоге был в понедельник, на подушки заезжали, потому что реки уже все, блин. То есть только на подушке, уже и лед такой. То есть, блин, у вас-то я почему и приехал-то, хоть зима, блин. Возможно, не туда, блин. Приехал, блин, думаю, нифига, еще 300, и просто дороги нет. Там местами снег, там едешь даже, ну, то есть там песчанка, снега прилично, полный привод включал. То есть я думаю, на седане не проехать. И что-то приехал с егерем, поговорил, что-то как-то ожидание у меня другое было. На Ладоге хоть там окунь ушел, ну, бля, там можно плотвы поймать сейчас сколько хочешь было. Слушай, то есть она такая... Нет. Мы ловили вот трещины, ну вот напротив Ушимурок остров, ну вот напротив их как раз, за трещиной. Это недели 2 назад, так там прям плотва такая клевала, и только опускать. Да? А сейчас ушла, да? Еще нету, уже какой раз туда подъезжаем, нету мужики сейчас костромские сидят там, номерами обменялись. Он говорит, пока ничего, одна лима, они там полавливают сейчас на постовую. Просто не понимаю, понимаешь, я приду, нормальный... Я-то не беру, потому что я аж 3 дня, куда мне ее солить, а там холодильника нету, блин. Да и куда? У меня рыбы, блин, у меня и судаки есть. Я имею в виду, в морозилке еще лежат, ты понял? Я так-то рыбы полавливаю там у себя. А тут-то как бы, видишь, планировал все, думал, ну рыба-то какая-то будет, движение. Движение что-то так... в этом году вообще и с окунем проблема какая-то. В том году хоть окунь клевал, там ну, проблем-то не было. Мы не искали, там на одной точке стояли и стояли. А в этом году что-то и окунь-то крупный был. А в этом году что-то вообще... Какой там примерно, за килограммы были? За килограмм я сегодня нынче поймал на Ратлина. Не, за судаком. В том году нет. Ну, были. Я лично не ловил, но 500 грамм это нормально было. Ну, а так вообще по здесь какой максимальный это был? Слушай, хрен знает. И больших очень ловили. Ловили? Ну, и по 2, наверное, есть, да? При мне не ловили, но вот килограмм, кило с чем-нибудь. Люди выкладывают в группе и кило 700. И в этом году, ну, все одиночки какие-то. Ну такие, то есть такого, блин, чтоб там стая таких нет, да? Нет, вот что-то стайного. Куда он пропал? Дедун нам сказал, вот мы сидели, он говорит, а что вы тут ловите? Вон они четвером сидят. Ага. Дед, что вы ловите? Плотву. Так чего вы хоть он... Я знаю, что она была-то. Ну, ловили же ее. Он, так недели полторы-две назад тут ловили. Я говорю, я знаю. Я говорю, а ты-то что ловишь? Окуня. Ждут, да? Я говорю, окуня-то вроде нет. Он говорит, я в январе до морозов здесь по банке-то налавливал. Ну, он пешком, саночками откуда здесь. Я говорю, понял. Ясно. Ну, а этот вообще что-то отказывается на балансир. Вообще что-то, вот ну, ни в какую... Ну, егерь сказал, на блесну не клюет, но я-то как бы, я блеснодел сам. То есть я-то, конечно, насчет такого дела, блин. Понятно, что может кто-то приезжает ему ну, с блеснами, с покупными, он, может, покупные имел в виду. Меня-то на эти марапетки-то клюет. Везде клюет. Да тем более тут глубины-то такие. А вот русло-то, я просто хотел двинуться, но что-то с одним поговорил, типа, нифига. У русла там не очень? Все-таки здесь вот где-то к коряжнику, да? Коряжник здесь вот где-то, тут он, там коряжки, там не знаю русла, что мы там не ловили. Там вот мы вот туда ловили прямо у самого русла, то есть вот 10 метров и уже 12 глубина. А туда раз, тут 3-4. Ну вот буквально вот. И так вот она бровка такая идет, видать, свал вот этот, она и выходила. Просто ребята тоже с утра приехали с Иваново, говорят, ну, чего тут? Я говорю, да я вот только первый раз собаку выгружу сейчас. Они говорят, у нас типа это, на неделе ловили, и плотва шла, и судака наловили, блин. А типа это, блин, ешь что ли опять? Видишь, какие, блин. Этот, и короче, а говорит, выходной поехали, и нифига. Я говорю, ну вы тоже молодцы, блин, там хоть судак явно где-то тоже был, а тут едете. Они тоже не были здесь, и идут пешком, блин, ну прям напротив в базы, блин. Да, мне-то так, чисто это, для разнообразия. Не, ну хотелось бы, конечно, что-то половить, блин. Такого-то окуня, блин, мало интересно. Я так понимаю, он здесь все-таки локально.
Я с одним-то поговорил, он говорит, надо искать. Искать, ну вот мы сколько уже сегодня наездили. Да, там, то есть искать. Там, вот я сюда приехал к ним, я сразу поймал. А вот там я, блин, несколько этих мест, просто тут, просто, ну вот ерши, ну мелких сколько-то было. Слушай, ловили и в том, и в позатом году вот этот вот заводина, вот это вот Свингино называется, ага. Деревня Свингино. Ну-ну-ну. Лук они там ловили, и щуку они там, вот эти жерлицы, и мы плотву, и там народу столько было в том году, и в позатом. В этом вообще никого, там рыбы нет, видать, что ли. Так, а воды меньше? Слушай, наверное, да. Потому что я вот еду тут-то, наверное, но да. Имеется в виду там камыш, и я чувствую, там на дне лежит лед. Скорее всего. Я вот думаю, просто может воды поменьше, она куда-то двигается, блин. Вчера, когда тут вот на этой неделе мужичок поймал, выложил в интернет 9500, что ли. Ну, хороший, блин. А один говорит, я в феврале, говорит, поехал, мы ему, да это, не клюет вроде зимой-то. Да как не клюет, а, говорит, 37 штук нашел его, говорит, никого нету. Я, говорит, один 37 штучек, говорит, поймал. И потом другу рассказал, а друг растрещал, говорит, всем на следующий день там народу, говорит. Да понятно. Но там коряжник, ужас. Там вот без зацепа вообще делать нечего. Просто опускаешь камеру, вообще лес лежит, а так. И стоит он там, да? Ну, класс. Ну, найдешь, да. Серега говорит, тут горшики поклевывали. Как-то он так, блин. Так-то видел я, ну, движение это по эхолоту было, ну, блин, поклевка. Не поклевка, не видно, блин, не берут сейчас толком. Толком не берут. Рыба-то, понятно, здесь есть. Никуда она не делась. Маленькие? Ну, 150, наверное, вот этот. Ну, не знаю, как. Еле клюнул, блин. Вымучиваешь как-то. Ну, половина лунок пустых. Вот как-то вот здесь вот подходы какие-то есть. У вас чего, нифига? А что-то время-то так мало. Сколько время? 4? Я посмотрел тогда, как вы отъехали, думаю, что-то время. Я уже думал, часов 6. Что-то, видно, с утра начал сегодня. Че, вы собрались? Да мы поедем вон там по коряжникам пошаримся. Может там что-то, может, подвали, что-то. Туда в залив? В залив этот? Ну да, туда подальше. Так, дом двигать. Дом-то где, там? Там, где трубы. Там машина стоит. А, ясно. Ну так что там по судаку, глухо? Одного, говорит, поймали, две поклевки у меня было. Говорит, наехало. Много, да? Человек 20, говорит, не было никого. Сколько ж завтра будет, да? Ну так что, вы поедете за судаком? Да он-то не поедет, я один. Я славлю, я-то отсюда местный. Поеду, наверное, что делать? Да, сюда, говорит, хорошо. Вот кто-то стоит небольшой у блесны. Я уж тут блесны стал перебирать. Не знаю. Не, ну вот, допустим, я не знаю, там вот у меня по окуню к весне, ну, у нас там-то, конечно, последний лед был, вот вечером рыба клевала нормально, и судачок там выходил лучше, чем вот с утра. Не знаю, может, вечера подождать здесь. Так просто куда мне ехать, к этой полотвятникам или туда? Смысл? Уж, наверное, сегодня добью это место. Если уж глухо, то, блин, не знаю, поеду куда-нибудь в другое. Чего, поехали? Нету, если идти. А? Нету, если идти. Поехали. Поехали вот так вот. Ладно. Да, надо активно искать. Ну, давайте, счастливо. Как-то так. Всех не очень. Ну вот, на новый пай-торпедку клюнул тут один в соседней лунке. Нормально так забрал бы. Сегодня не знаю, на камеру-то буду хоть рыбу-то снимать. С такими поклевками, конечно, не знаю. Собрался кто-то, блин. Выдрачивание, короче, блин. Мелких окуней. До этого тоже была поклевка, но, блин, по губам другой лунки. Ну и свалились сразу. К
Короче, к торпедке в пай. Ну вот одного поймал. О, еще была поклевка. Одного, короче, поймал. И собирает она хорошо, блин. Ух ты, блин, ребят. Клевать, что ли, стали. Ну да, тут я говорю, тут рыба есть, блин. В этих местах. Ух, ты ёрш. Ну вот поставил эту марапетку, думал, блин, окуня тащу. Короче, тоже 120-я, только оно облегченное. Ну и тройник вот здоровый, блин, чтоб если чего, так покрупнее рыбу ловить. Чтоб просекалась, блин, думал, окунь. Красота. Короче, идет испытание блесен. Пока не безуспешно. Ребят, подушка с моей базы уехала с этого коряжника, ну которого, на который меня послали, да. Время, короче, часов 6. У меня тут этот ужин. Хочу термос допить, залить новый, заварить себе на вечеров. В кафе, наверное, не пойду еще в местное, может завтра. Все-таки еды у меня достаточно. Чай только горячий надо. Чайника в номере как бы нету, но есть в этом, в кафе можно приходить, типа кипятить. Ну, я и сам тут что скипячу. На вечер хватит, на утро посмотрим. В общем, чего, вернулся с места мужиков. Ну, вон бутылка там, прилично. Ершика что-то опять атаковали, не знаю. Сейчас попробую здесь только хорошего окуня поймали, да? Сейчас чай скипячу, заварю. Ну, на вечерку-то в любом случае останемся. А завтра будем думать. Ну, все. Самое главное, этот, конечно, шумит примус. Что самое прикольное, ребят, такое пространство. Ну, и уже, наверное, часа три просто не дуновение. Просто кайф. Ты на льду. Воды сколько хочешь, рыбы, в принципе, тут тоже должно быть. Ну, рыба на самом деле где-то она есть. Где-то рыбка есть. Ее надо искать. Ну, все, в общем, поймали не очень. Вот на место, где мужиков один там, в принципе, поймал. Ну, там, да, там рыбки реально побольше. И мы там стали, естественно, ловить. Хотя клев уже как бы такой никакой. Сейчас, может, под вечер еще выйдут. Рыба там есть. Ну, все. Кейрогаз мой горит. Вот сейчас добавим. Хотя он уже и так на полную. Ну все, сейчас заварюсь и все, пойду дальше ловить.
Так, ну все, друзья, поедем туда. Тут чего-то глухо. Одиноко у нас тут был, и все. Солнышко за тучки. Сразу чуть похолоднее стало. Вдали никого не видать. Ну все. Вот очередная мамка, блин. Кто тут активный, да, кот ерши, блин. Это да. Причем, блин, они рисуются это так, достаточно крупно, блин. То есть вот сегодня я видел окуня, который вот на сколько там, грамм на 150, да? Он нормальный, блин, был не такой широкий, как вот эти, блин, отморозки. Они то ли стаи подходят, блин. Причем бывает эта стая, это да, ну точно стая, я уж их вижу, несколько там бывает. И они, бывает, не разделяются, и все, блин, там как будто, блин, судачина идет, я не знаю, или лещи. Окунь это какой-то кипиш такой есть. Но они бывают вот в ершовой стае, сколько-то ж поймал. Ерши, блин, активные. Так вот тащу. О, какой красавчик. Красавчик, красавчик. Ну что-то. Домой идет. Хотел место отметить. Ну, как раз место и отметим. Не видно, тут коряжник, короче, он в коряжнике. Думал, мелкий окушок как-то вот так взял нормально. Все, мужики, последние собрались. А я на коряжник, кстати, переехал, ну, на который с утра-то был. Которая точку мне дали. Ну, что-то я не видел у них особо рыбы. Ну, что-то поймали наверняка. Может, по вечеру они тут с обеда клевали, кто их знает. Тут этих окуней. С утра-то кто-то, что-то тут никто ничего не поймал. А старые, главное, не ходили. Старые, он замерзшие, блин. Целая тут, блин, канал она. Один. Так, пойду сейчас к пакету, там вон лунок миллион. Друзья, ну что, все, первый день подошел к концу. Поеду, пока еще светло, надо трещину переехать. Ну, ехать тут сколько, 70 с небольшим. Ну что, завтра тут, наверное, будет в субботу, да, слишком много народу. Наверное, не поеду, по крайней мере, с утра точно. Поеду туда, в Волгу, какую-то точку по судаку дали, попробую там. Если там совсем глухо, то, возможно, после обеда вот на вечерку приедем сюда. Ну, а так, как бы, что, нормально. Каких-то окуней половили. Вот одного и в коряжнике здесь вечерком поймали, да? В общем, так, рыба есть, но, конечно, не особая. Ну, все. Все домой.
снега тут, конечно, блин. По колено, блин. Ну все, приехали.